Моя позиция заключается не в том, что нужно отменить двусторонний договор между Россией и Татарстаном, а моя позиция заключается в том, что при президенте Навальном эти договоры вообще будут не нужны, потому что я и так предлагаю отдать больше денег и больше полномочий в регионы. И не потому, что я выступаю за сепаратизм или хочу заигрывать там, с республиками, и в частности с Татарстаном, а просто потому, что я вижу, что нынешняя система обанкротилась. Вот они, Путин, 17 лет шаг за шагом отнимали деньги и полномочия. Ну и вопрос, а что лучше стало? Ответ – нет, стало гораздо хуже. Наибольшие полномочия должны быть переданы даже не губернаторам и республикам, а ниже – мэрам городов. Там, Казань, Набережные Челны и так далее. Потому что мэры городов и мэрии – это тот уровень власти, где решается наибольшее количество проблем, с которыми сталкиваются люди. Ну и республики должны получить больше денег и больше налогов, чтобы у них был стимул. Хорошо работаешь, больше денег собираешь, больше сможешь потратить на свою республику. Это же выдуманный концепт, что если сейчас мы дадим больше власти в Татарстан, то Татарстан отделится там куда-то от России и присоединится к Новой Зеландии. Но это же чушь. Ну, чушь, которую просто придумали. Да, это будет регион, в котором есть свои особенности. Ну, а сейчас, что ли, нет этих особенностей?